В своей карьере имеет несколько титулов чемпиона Японии, в том числе победы над ни много ни мало самим Юдзуру Ханю. Это Шома Уно, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, неоднократный серебряный призер чемпионатов мира и чемпионатов четырех континентов и победитель турнира четырех континентов 2019 года. Шома Уно, спортсмен, который родился в один из самых фигурно-катательных дней в мире 17 декабря вместе с Лизой Туктамышевой, вместе с Женей Тарасовой. Ну и, собственно, вот этот японский спортсмен тоже появился на свет в этот день. Очень крутой спортсмен. Не залезаем на его прокат. Смотрим. Это очень крутая короткая программа. Я вот вам говорил, что это крутая программа. Конечно, многое еще зависит от музыкальной композиции. Очень удачно подобрал и тренер, и хореограф Стефан Ламбьеля, где они нашли эту музыку. Ну, слушайте, в музыкальной индустрии, как говорится, нет каких-то границ. Очень хорошие, конечно, баллы за презентацию. Я смотрю, ну, обидное, обидное падение на тройном акселе уже под конец. Собственно, это один из самых, наверное, его не то что любимых. Я не знаю, какой у него любимый прыжок. Но, вы знаете, открою вам небольшой занавес. Опять же, на утренней тренировке и вообще на всех тренировках, на которых я здесь присутствовал, ни одного чисто исполненного четверного флипа. Друзья, ни одного. Я не знаю, сколько. Вот я на трех был в тренировках и, ну, сколько попыток, ну, по 7-8 за тренировку. То есть, ну, где-то, наверное, более 20 попыток. То, что я видел своими глазами, ни одного чисто выехал. Даже с помарками не было сделано. И вот такой вот плюс старт показывает нам Шома. Да, это ведь 4-2 еще. А в принципе он сюда тройной тулуп, оценка могла быть еще выше. Но, видимо, этот четверной флип, за который сейчас фигурист получает примерно плюс 2,5 от арбитров, чуть-чуть меньше. То есть кто-то поставил 2, кто-то 3, ну, двое оказалось больше. Так вот, этот четверной флип, видимо, забрал огромное количество сил. Их не хватило на каскад 4-3 и на акселе, в общем, тоже не получилось у Шомы. Но сама по себе программа действительно крутая. Армин Ван Бюрен дает мощи
дает акустики. Такая акустическая картинка под сводами практически пустого Глобена. Она сильно отличается от того, что могло бы быть со зрителями. Но сколько об этом можно уже судачить и прочитать. Мы живем в этой реальности. И живем, во всяком случае, здесь, в Швеции, с огромным удовольствием. Потому что чемпионат мира набирает ход. Он становится все ярче, все сильнее, все круче. Вон там Боин сейчас уже разминается. Будет вполне возможно исполнять свой классический четверной луц, но пока вот разминает тройной луц, а мы смотрим, что же получит в итоге Шома. Great Spirit, великий дух, так называется эта музыкальная композиция, и дух японец показал действительно очень сильно. Ну, вот честно, еще раз, даже я до сих пор нахожусь по каким-то впечатлениям. Конечно, но обидная ошибка на тройном акселе для мужчины — это достаточно, ну, один из самых простых элементов. Но в целом нереальное крутое впечатление. Оценки Шоми Уно, ученику теперь Стефана Ламбьера, 92,62 балла, чуть меньше балла. Он уступает, 9 десяток он уступает Михаилу Калиде. Шома третий, Калида по-прежнему второй. Раскатываются.